В сербском Пироте прошел традиционный кулинарный фестиваль. Главное блюдо – это знаменитая плоская колбаса, один из символов региона. Ее рецепт передается с поколения в поколение. О том, почему приготовить утюженную колбасу можно только зимой, Дарья Григорова. Город Пирот в Южной Сербии лежит у подножья Старой горы. Отсюда начинается национальный заповедник с нетронутыми лесами. И благодаря природе этот край известен своими кулинарными традициями. На плодородных просторах Старопланины издавна разводят скот. В городе мясных магазинов больше, чем каких-либо других. А с наступлением январских морозов здесь начинают производить необычную плоскую колбасу. Вот она, наша утюженная колбаска, которую мы делаем только зимой. Технология в том, что она сушится на морозном воздухе и на ветру естественным способом. Пеглана-кабасица, то есть плоская колбаска в виде подковы, известна на все Балканы. Ее производят раз в год. Идеальная температура созревания от минус до плюс 5. А отглаживают колбаску вручную и именно пустой бутылкой из-под вина. Таков кулинарный секрет, проверенный поколениями. Наша колбаска – это такой продукт, который мы отглаживаем исключительно бутылкой вина. Вот так, снизу вверх. Мясо внутри хорошо перемешано, и нужно выпустить воздух, который накопился внутри. Когда колбаска уже отутюжена и высушена, в Пироте собирают ежегодную ярмарку. Единого универсального рецепта пиротской колбаски не существует. Главное требование – только натуральные ингредиенты – мясо, жгучий перец и чеснок. А сколько тут видов мяса? Два вида. Говядина 70% и 30% козьи. Готовую сыровяленую колбасу нарезают тонкими ломтиками и традиционно подают с пиротским сыром и сербской ракией. Вот это верхняя часть котла. Сюда наливаем выжимки из груши и закрываем крышкой. Ненад Здравкович по профессии врач-рентгенолог, работает в местной больнице. Ракия всего лишь хобби, как и для многих других сербов. А откуда в Сербии такая богатая традиция делать ракию? Да у нас просто свободного времени много. Вот мы его и используем, чтобы делать ракию. Следующая ярмарка в Пироте будет через год. Дарья Григорова, Владислав Чернов. Балканское бюро вестей.